Вчера казанский клуб на своей базе провел очередную тренировку перед матчем с московским «Спартаком». На поле тренировалась половина команды, остальная часть готовилась в тренажерном зале. Не принимали участие в тренировке игроки, вызванные в расположение своих национальных сборных. Напомню, что игра с московским «Спартаком» состоится в субботу, 18 августа в 13:30. Уже сейчас вы можете записаться на выезд. Подробности на официальном сайте «Рубина».